Закон о творчестве в руках женщины. На первом заседании Ивановской областной думы депутаты выбирали председателя. Большинством голосов центральное кресло в 7-м созыве заняла Марина Дмитриева. До настоящего времени она руководила Общественной палатой региона. Кандидатуру Дмитриевой выдвинули на партконференции «Единой России». Ее поддержали, соответственно, «Единороссы», «Либерал-демократы» и «Справедливороссы». У коммунистов был свой претендент в вице-спикеры – Дмитрий Соломатин, но голосов не хватило. Прежде всего, я, конечно, осознаю всю степень ответственности, которая на меня возложена, это бесспорно. И уже здесь говорят, что Дума будет сложной. Не Дума будет сложной работа, которая всегда есть в Думе. И считаю, что роль председателя – это прежде всего роль организатора такого рабочего конструктивного диалога. К какой бы политической партии мы ни относились, нас всех выбрали жители Ивановской области. Они от нас ждут слаженной работы. К этому будем стремиться.